Snowgen Studio. Думаю, все мы знаем, что мы не вечны, что у всего есть начало и конец. И Sims не является исключением. В нем присутствует множество разнообразных смертей. Например, всем известная смерть от голода. Конечно же, смерть от огня. Ай, ай, сука, нет, блядь! Огонь, блядь! Но есть и менее известные смерти. Например, вы знали, что в Sims 2 можно убить ребенка. Для этого нам нужно прибегнуть к старому доброму бассейну. Ставим лестницу или доску для ныряния, или как она называется. Залезаем в воду. И просто ждем. Ну, конечно, анимация детской смерти немного отличается от смерти взрослого персонажа. Вы могли видеть это на кадрах ранее, но для тех, кто пропустил, прокрутим еще раз. В отличие от детской смерти, мы видим, как тут тело уходит под воду. И, наверное, самая редкая смерть появилась после дополнения «Переезд в квартиру». Вы уже поняли, о чем я говорю? Кто не понял, я говорю о смерти от раскладной кровати. За все время игры, а поверьте, я играл очень много, я ни разу не встречал эту смерть, хотя я жил много и в квартирах, и в обычных домах, и спал в этой раскладной кровати, и складывал ее, и раскладывал. Чтобы умереть данной смертью, нужно, чтобы навык физической культуры был довольно низкий и плохое настроение, и то это не гарантирует смерть. Вероятность смерти очень низка, но есть мод, который увеличивает вероятность смерти в несколько раз. С помощью него я смог увидеть эту смерть. Ну а теперь перейдем к главной теме. Может ли серво-робот умереть? И ответ – да, может. Но таких способов очень и очень мало. Ведь серво-робот, он неуязвим к огню. Внезапно он неуязвим к воде, несмотря на то, что все его потребности стали уже быстро падают. Но даже если все его потребности опустятся до нуля, он не умрет. Так что же может убить серворобот? Я нашел три способа, как это сделать. Первый способ – это уже ранее нам известный, с раскладной кроватью. Но я не уверен в его легитимности, потому что ни в одной статье о смертях не указана данная смерть. Потому что, возможно, если не поставить мод на увеличение шанса этой смерти, ее невозможно достигнуть. Насчет следующей смерти я точно уверен, что ее можно достичь без никаких-либо модов. Но для этого нам нужно проделать будет довольно обширный путь. Для начала нужно закончить университет на ученого-естественника, потом найти эту карьеру, дослужиться до определенного звания, и после этого только можно будет ее реализовать. С помощью профессиональной награды Lignophilus simnavori, ну или же просто жвачное растение. Но если вам так удобней, проглотьте слюдоедие. В определенных кругах моя мама известна под этой кличкой. Ну и последняя смерть, для которой нам понадобится, в принципе, это ничего, буквально ничего, просто нужно применить одно действие,
смотреть на облака. Ну, ничего, это, конечно, грубо сказано. Нам нужно потратить очень много времени. Также, чтобы параметр досуга был довольно низкий. Потому что если он высокий, он просто не захочет смотреть на облака. И чтобы снизить этот параметр, мне приходилось постоянно мочить этого робота. При этом, заметьте, нельзя слишком сильно понизить потребность, потому что тогда он сломается, и его нужно будет чинить. А как у меня недостаточно навыка техники, мой персонаж может умереть, поэтому нужно будет заказывать механика, то есть тут система совсем непростая. Впрочем, не буду тянуть, смотрим. Пожалуй, это одна из самых ярких и интересных смертей в Sims 2. Быть задавленным спутником, в этом есть что-то романтичное. Также спутники бывают разных видов, мне попался самый маленький, мне кажется, и непримечательный. Ну вот, собственно, и все. Больше смертей я не нашел. В следующем видео я рассмотрю различные способы смерти в реальной жизни. Всем удачи и пока!